Приветствую, друзья. Хочу вашему вниманию показать вот такую вот чудо-игрушку. Привезли ее с Штатов. Производство, естественно, китайское. Но игрушки такие у нас я не видел в продаже. То есть это как игровые аппараты. Возможно, вы помнили, где-то, наверное, в 2000-х, может, где-то 2005-х. В каждом астрономе, ну, супермаркете старом, ставились вот такие шуфлятки, только большие. То есть сверху закидываются монетки, я сейчас вам покажу. И нужно было просто критическую массу монеток угадать, чтобы они упали вот через этот разъем. В общем, открыв коробку, мы получаем нижнюю часть. То есть они сделали ее разборным, чтобы транспортировать было легче. Верхняя часть вот вставляется у нас сюда. И пакет с монетками пластиковыми. То есть, если видно здесь, вот. Penny One Play Cash. Монеток даже за много. Мы вчера ее привезли, я чуть поигрался. Половина монеток примерно остаются еще для разменки, скажем так. Так, коробку в сторону, аппарат сюда. И включаем аппарат. И как вы видите, шуфлятка начинает двигаться. Я сейчас закреплю на штативе фотоаппарат и продемонстрирую вам это все чудо действий. То есть его изначально нужно зарядить, то есть чтобы здесь было очень много монеток на этой шуфляде и на вот этой. И потом играть. Аппарат нужно достаточно много накидать, то есть, чтобы он действительно был заряжен, чтобы эта гора уже аж монет свисала. И тогда действительно появляется ажиотаж. Раньше во всех магазинах монетки они ставились вот таким вот, если видно вам, то что вам расскажу. Так, видно, вот таким вот образом. Вот. В шахматном порядке с расстоянием между монетками. Расстояние было меньше, и сверху другими монетками это закрывалось. То есть визуально получался зрительный обман. И когда следующая монетка заезжала, она просто раздвигала эти, и первый ряд практически не сдвигался. То есть когда это гора монет, верхние давят, и передние практически... Передние монетки практически не падают. Вот так вот в супермаркете примерно это работало. Так, друзья, аппарат практически полный. То есть, как вы видите, куча монеток еще очень большая, что остается. Ну и принцип игры вот такой вот. У нас есть раз, два, три, четыре ячейки, каждую из которых мы можем бросать монетку. Монетка вот осталась. Смещаясь об шуфлятку, сдвигает эту кучу сюда. Соответственно, все, что выпадает, вот, три монетки мы выиграли. Вот такой вот принцип игры. То есть надо еще выждать, знать, когда лучше бросать. То есть лучше, когда шуфлятка только начинает отъезжать. Можно, конечно, хаотично бросать. Вот я просто задел и не попал. Вот. И видите, сколько мы выиграли монеток. Вот это вот все вот мы выиграли. Такой вот чудо-аппарат. Сейчас я буду закидывать просто подряд, чтобы вы увидели принцип внизу. Ну вот только что примерно вы это увидели. Вот такой вот, друзья, чудо-аппарат. Как вы видите, монеток очень много. То есть поиграть действительно интересно, когда собирается компания. Можно монетки продавать по гривне, по рублю, по одному доллару. И то есть зарабатывать таким вот образом деньги на пьянках. В общем, спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. И как вы видите, и дальше будут только интересные видео. Счастливо!